Теперь обо всем по порядку. Глава государства принял председателя агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах работы ведомства за 7 месяцев текущего года. Алик Шпекбаев доложил об исполнении ранее данных поручений по реализации института отставки политических государственных служащих и ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции и восстановление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Глава государства отметил важность внедрения сервисной модели работы госорганов, положительно оценил взаимодействие агентства с гражданским обществом, проводимую работу по превенции коррупции и продвижению идеологии добропорядочности. В завершении встречи глава государства отметил необходимость скорейшей законодательной реализации поручений, данных в ходе состоявшегося 19 августа совещания по противодействию коррупции, направленных на усиление ответственности за подобные правонарушения и повышение эффективности общественного контроля.